Всем привет! Рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня поговорим о покупочках из Fix Price. Их было не очень много, но они были для меня классные. Итак, вот такой пакетик у меня. Начнем, значит, все по порядку, то, что будет попадаться. Итак, первое, это была шторка для ванны. Шторка идет размер 180 на 180. У нее нет металлических колец-держателей, чтобы весить на эти петельки. Шторку покажу. Итак, шторка из Fix Price. Она выглядит вот с таким рисунком. Идут тут дельфинчики. Очень тонкая. Никаких металлических колец тут нету для безопасности порыва, и поэтому уже образовалась вот такая дырочка, хотя висит она всего лишь где-то неделю, наверное. Очень тонкая, целлофановые пакеты и то, наверное, крепче, чем эта шторка. В общем, вот такая шторочка, тоже советовать ее не могу за, конечно, цену 51 рубль. Ну, не очень качество, только рисунок так, красивый. Следующая покупка, это были легендарные уже на YouTube меламиновые губки. Их идет в упаковке две штучки, универсальные губки для любых поверхностей. Но губки мне эти понравились, они для, значит, использования их на кухне, в ванной комнате, бытовая техника, электроника, обувь, автомобиль. В общем, пробовала чистить им также свои белые босоножки, но она вообще очень сильно счищает белое покрытие кожи, то есть как бы нужно очень с осторожностью. А так на кухне мне очень понравилось ее использовать. В общем, могу вам порекомендовать, можете попробовать, и, я думаю, не разочаруетесь. Следующая покупка, это были ватные палочки, фирма Котте, с ионами серебра, идет в упаковке 400 штук, очень удобно за такую сумму, 51 рубль, и то, что большое количество, 400 штук, они всегда пригодятся, тем более, когда двое маленьких детей, то есть... Я думаю, отличное вложение средств. Так что тоже вам их рекомендую. Палочки хорошие. Вот такая палочка. Плотно накрученная ваточка. В достаточном количестве. Очень удобная. Так что тоже вам их советую. Это были батарейки пальчиковые. Солевые. Значит, АА. Батарейки для часов. Всегда нужны, поэтому тоже в упаковке их идет 2, 4, 6, 8, 10 штук, поэтому тоже достаточно выгодно. Итак, следующей моей классной покупкой были вот такие щипцы для кухни. Щипцы для продуктов идеально подходят для переворачивания продуктов при жарке. Отличный помощник при подаче блюд, предотвращает возможные ожоги при жарке. То есть... щипцы довольно-таки хорошего качества, идут 20 сантиметров с половиной. Сейчас я их достану. Так, вот такие щипцы. Очень хорошо раскрываются, хороший у них идет зажимчик. Удобно, они очень легонькие. То есть, как бы вот. Тоже считаю, отличная покупочка. Фирма это идет Kitchen. Тоже вам ее советую. Да, попробуйте. Были у нас макароны. Вот такие вот. Называется паста. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Значит, 400 грамм в упаковке. Время варки 8-10 минут. Нам очень нравится. Вот. Одну мы уже использовали. Покупаем их периодически. Они не развариваются, отличные макароны. Тоже вам их советую. Попробуйте, извините, что шуршу. Итак, следующая покупка была из серии рукоделия. Это ниточки Мулине. 12 штук на 10 метров идет нитки. Хочу попробовать сделать какое-нибудь колье. Вот, значит,
Состав идет 100% полиэстер. Красивые цвета, они представлены в разных оттенках, есть пастельных, есть более темных цветах. Ну вот мне захотелось такие более яркие. Посмотрим, что у меня. Итак, дальше. Следующая моя покупка была вот такая расческа. В прошлом видео про фикс прайс вы у меня уже видели, я там тоже показывала такую же расческу, только она у меня была в цвете такая голубоватая, сиреневым, по-моему. Нам очень она понравилась, вообще я просто как бы в восторге, мы с дочкой обе. Она такая легкая, удобная, просто рука к ней тянется, и она не выдирает волосы, отличная расчесочка, массажечка. Что еще могу не сказать? Очень такие яркие, позитивные, в общем, прикольные расчески, хорошие по качеству. Даже вот у меня толстые волосы, очень хорошо прочесывают. Вот. Так что вам тоже всем советую. Теперь у нас их уже две. Очень такие радостные, веселенькие расчески. Так, дальше, следующая была покупка, это была вот такая косметическая кисть веерная для пудры, ну, вообще для сыпучих каких-то продуктов. Фирма идет Lovely. Так, сама кисть идет синтетический ворс. Ой, такая прямо мягкая, классная кисточка. Особенно вообще купила ее для нанесения хайлайтера, помодничать так вот. Так раз-раз-раз. Так, на носик. В общем, ой, такая легонькая, в общем, приятная кисточка, довольно-таки неплохого качества. Ну и за 51 рубль, я думаю, отличная покупочка. Тоже вам ее рекомендую. Так что присмотритесь. Отличная вещь. Так. И следующая моя еще одна покупка, в принципе, из-за которой я шла, это были вот такие вот носочки. Стоили они 55 рублей. Пакетик, да еще в пакетике. Приятного такого мятного оттенка моего любимого в этом сезоне. Так, у них идет такая силиконовая поверхность внутри. Они плотно облегают ногу. Очень удобно, нанесли кремушек и пяточку, одели на пяточки, и вообще шикарная, думаю, вещь. Посмотрю, возможно, что даже куплю еще себе одни про запас. Прям какой-то прям все про запас надо, ну в общем. Следующей покупкой были вот такие наклеечки для маникюра, также фирма Lovely. Я уже попробовала их. Мне понравились, у них хорошая клейкая поверхность идет. Так, покажу поближе. Такие вот. Вот, сделала с ними маникюр. Со звездочками я уже делала. Отличный наборчик. Они там в разных, как бы, представлены, с разными рисуночками. Но я выбрала, мне нравится. Как раз и кружево тут, и звезды, и розочки мои любимые. В общем, любимый комплектик. Очень прикольно. Я думаю, три вида таких наклеек за 51 рубль. Тоже также, думаю, отличная покупка. Следующая покупка, это было вот такое зеркало. Очень красивая, тут идет у него такая ножка-держатель, можно по-разному, можно куда-то его вот так одеть, можно поставить, хоть так за что-то прикрепить, в общем, удобно, функционально, ну, в общем, приспособлено все, отличное зеркало, хороший размер и вообще удобно. Так, и следующие самые классные мои покупки, зачем я шла изначально, это были вот такие стаканчики. Посмотрите, какая милота, как всегда. И розовый красивый мой любимый цвет, даже не розовый, малиновый, ажурный, прям как все я люблю. Прикольная такая квадратная форма. Значит, искать такую баночку в канцелярии нужно. Вот блокнот. Сюда я уже... Поставила свои кисти.
так это не смотрится. И еще одна уже вот такая вот баночка. Ой, ну классные банки, короче. Я очень довольна этой покупкой, всем ее тоже советую. Если вот у нас я просто урвала, их было вот эти две баночки последних осталось. И, в общем, я просто какая-то счастливица, и цвет мой любимый, оба прекрасно сочетаются. В общем, классные баночки, смотрятся так прелестненько вообще. Я очень довольна своей покупкой. Ну вот, все мои покупки закончены. Надеюсь, вам понравилось это видео, что-то для вас было полезно, и вы тоже побежите покупать. В общем, отличного настроения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте будем общаться. И всех целую, всем пока!